4 июня около 0 часов 50 минут камеры видеонаблюдения, установленные на одном из зданий по улице Гагарина, зафиксировала проезжающий автомобиль «Приора» черного цвета. Утром того же дня было обнаружено исчезновение лавочки в парке Победы. Сотрудники уголовного розыска, обратив внимание на данное совпадение, в ходе проведенных следственных мероприятий установили, что владелец автомобиля оказался тем самым похитителем. Молодой человек, проехав на своем автомобиле «Приора» черного цвета по мемориальному комплексу, по клумбам, подъехав к одной из лавочек, силой отломал ее и погрузил к себе в багажник. После этого лавочку он отвез домой, где приспособил ее под личные нужды. То есть поставил ее рядом с гаражом, планируя в дальнейшем использовать. Однако в ближайшее время нарушителю закона предстоит не отдыхать на лавочке, а посещать кабинеты правоохранительных органов. В настоящее время против совершившего преступления возбуждено уголовное дело по статье 158, части 1 «Кража». Помимо этого, со стороны городской администрации будет выставлен иск на возмещение материального ущерба. Ирина Мерзлякова, Вадим Полосмин, Михаил Уваров для рубрики «В рамках закона».